Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Planet Coaster. Мы с вами в прошлый раз начали строить наш замечательный парк аттракционов, построили здесь пока что единственный наш аттракцион, на котором люди катаются, да, и, в общем-то, наслаждаются этим. Построили, ну, скажем так, киосочек небольшой, где у нас продается милкшейк, там всякие молочные коктейли и прочее-прочее. У нас даже вот символ, так скажем, парка, да, и местных вот этих напитков скачет здесь, развлекает людей. Очень странная коробка, но, тем не менее, забавная. Туалет, вход немножко сделали, да, так сказать, немножечко растительности добавили, ну и здание для нашего персонала, конечно же. Ну что ж, друзья, я взял очередную, в общем-то, кредит, скажем так, да, чтобы построить нам новый какой-нибудь аттракцион, я думаю, самое время. У нас есть основная дорога, в принципе, по которой у нас в парке будет идти, в общем-то, дальше, да, и я думаю, что где-нибудь здесь мы сейчас второй аттракцион с вами бахнем. Возьмем тоже пока что никаких не горок, подешевле что-нибудь возьмем, так, ну, вот, наверное, райдс, вернее, или можно взять, на самом деле, даже трек райдс. Посмотреть, что у нас здесь есть. Ну, блин, слушайте, это прям в притычок, 4000 получается, около 5, да? Она здоровенная, давайте-ка глянем хотя бы. О, да, это, черт подери, большой аттракцион. Прям очень большой. Ну-ка, если тебя развернуть, подожди. Так, вот вход у тебя здесь получается, да? Если тебя развернуть, то получается, что ты у нас здесь не помещаешься вообще, в принципе, в любом случае. Да, тебе нужно ставить это отдельно. Ну, где-нибудь вот здесь, например. Ну, или здесь. Не, ладно, пока такие большие мы с вами ставить не будем. Все-таки вернемся к маленьким. Что у нас здесь есть вообще? Что у нас здесь есть? Давайте смотреть. У нас сейчас с вами построен этот Wild Blue. Есть в Лили Рик какой-то. Вирлерик, что это такое, давайте посмотрим. А, так маленький совсем, слушайте, малюсенький. Но это что-то детское, да, такое. Я думаю, мы потом тоже где-нибудь построим, но не здесь. Так, вот это меня вот интересует, что это такое. Очередная какая-то тошниловка, видать, да? Но, тем не менее, я думаю, люди, в общем-то, согласятся на ней кататься и будут получать от этого удовольствие. Ну, просто какие-то обычные тошниловки, которые, видимо, по кругу, да, как-то колесят. Даже непонятно, поднимается ли она, или она просто по кругу ездит очень быстро. Но, скорее всего, я думаю, что поднимается, просто какие-то вроде как механизмы там есть. Ну, ладно, это мы тоже все оставим на потом. Так, это чашечки вообще обычные. Давайте вот построим вот этот вот замечательный аттракцион. Как он называется-то у нас? Так, это убери, пожалуйста. Insanity. Во, ну, отлично, я думаю, подходящее название для такого аттракциона. Так, мы тебя немножко только развернем в эту сторону, давай-ка, дружище. Так, привязочку можно к градусам, пожалуйста. Воу-воу-воу-воу. А, это не привязка к градусам, привязка к градусам. Вот она где. Так, сейчас, подожди. Чик-чик. Так, заново можно, пожалуйста, вот, чтобы было поровну, да? Так, раз-раз, и... Оп, все, да, крутилось. Ну и поставим где-нибудь недалеко его, я думаю, тоже здесь. Сделаем достаточно длинную очередь, какой-нибудь тоже змеечкой там или еще что-нибудь типа того посмотрим. Может быть, даже поближе к этой очереди, которая тут у нас начинается, сделаем, чтобы место тоже много не занимали. Ну и здесь, в принципе, я думаю, можно его поставить. Так, хорошо, аттракцион у нас поставлен, новый сейчас, мы с вами сразу будем, конечно же, дороги к нему присобачивать. Сколько у нас стоит, получается, 7, дешевле, чем это, да? Я бы, наверное, подороже его сделал. Ну, не подороже, а как бы, наверное, такой же. $10 у нас там стоит, 10 денег. Давайте здесь тоже 10 денег сделаем, посмотрим, как народ будет реагировать на эту стоимость. Если что, будем корректировать, конечно же. Но я думаю, он как бы не хуже вот этого аттракциона, поэтому что он такой дешевый-то будет, да? Поставим десяточку. Так, сразу настроечки у нас получается каждые 30 минут будут его проверять. Минимально у нас не будет, максимальное ожидание у нас будет 2 минуты. 2 минуты, и загрузка должна... Нет, не any load, full load, давайте. Но при этом все равно, как бы, даже если 2 минуты пройдет и не будет в полной загрузке, он будет нормально работать. То есть будет катать тех, кто на нем присутствует. No music, хорошо, нам музыка здесь не нужна тоже, я думаю. Так, 10 здесь все сделали, бла-бла-бла, все вроде хорошо. Осталось только, естественно, вход присобачить. Давайте, вход у нас будет здесь. Выход у нас будет вот здесь где-нибудь. Так, да, сейчас приконнектим. Давайте такую же дорожку сделаем, как и тут с вами делали. И пустим ее откуда-нибудь вот отсюда рядышком. Сделаем вход, короче говоря. Так, давай, иди сюда. Будем как-нибудь, знаете, вести ее вот как-нибудь вот так вот плотненько к этой. Но при этом, я не знаю, можно было бы сделать, конечно, большие очереди змейки, типа, знаете. Но мне, честно говоря, пока не очень охота это делать. Да и тем более, как бы, ну и так достаточно, мне кажется, продолжительные входы у нас получаются, да, такие очереди. Поэтому смысла здесь змейкой я особо делать не вижу. Так, давай-ка тебя прилепим. Во, все, здесь прилепили, хорошо. Место у нас, в принципе, здесь останется. Я думаю, сейчас мы вход-то просто напрямик сделаем. Вернее, выход получается уже, да? Просто напрямик, поэтому место будет, если что, нам с вами здесь еще переделать немножко. Так, у нас, да, нам надо с вами это. Давайте тоже к углу привяжем, чтобы ровненько было. Во, просто напрямую. Все, выход. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я случайно, отмена.
отмена, во. Так-то лучше. Так-то лучше, друзья. Так, хорошо. Аттракцион у нас с вами поставлен. Здесь мы, кстати, с вами можем что-нибудь сделать, например, какие-нибудь еще тоже, знаете, там, дополнительные ларечки, которые будут продавать что-нибудь. У нас, кстати, по-моему, с вами что-то есть еще. Еда, вот еды нам с вами не хватает, мне кажется, да? Sci-Fi Chief Beef. Блин, нет, я не хочу sci-fi никакого здесь пока. Здесь должно быть обычное. Planet Coaster Food. Ну вот. Обычный такой поставим, собственно, да и все. Да, самый обычный Chief Beef. О, нормальная тема. Люди смогут здесь покушать. Да и, в общем-то, затариться, чем они хотят. Так, ладненько, давайте сейчас тогда сначала включим аттракцион, я думаю, да, чтобы у нас было больше людей в парке. И, в общем-то, тоже здесь у нас с вами они катались. Так, ну здесь пока Райдерс у нас в плюс идет, остальное все, в общем-то, магазин не очень-то у нас окупается, так смотрю, да? Но народу пока еще маловато, конечно. Хорошо, давайте все-таки запустим, наверное, аттракцион наш. Давайте, чик. Все, добро пожаловать. У нас открылся в парке новый аттракцион, который называется Insanity. Испытайте ощущения самые острые в своей жизни на этом аттракционе, мне кажется. Что-то типа того. Какой-то такой слоган должен быть у этого аттракциона. Хорошо. Очередь есть. Да, все, здесь люди должны, по идее, идти. О, так, первый клиент пошел. Хорошо, ну а мы с вами давайте все-таки обратимся к магазинам. Так, дринк. У нас еще... А, это sci-fi тоже, господи, боже мой. Можно свое, говорю, что-то делать. Можно свое делать, но... Пока, я думаю, обойдемся тем, что есть. Так, первая помощь. Слушайте, а знаете что? Наверное, все-таки будем свое делать, потому что... Ну, что-то здесь какие-то определенные только, видимо, есть. Так, мо-фильтр, но фильтры нам здесь как бы не нужны. Ну да, это нам уже предлагает то, что у нас есть, как бы, но... Я бы вот в таком стиле все сделал, как у нас было, но видите, к сожалению, тут не на все виды, скажем так, строения есть такое, поэтому придется использовать что-то свое. Так, давайте здесь хорошо еще бакнем все равно вот этот, я думаю, еду. Либо еду можно здесь напротив поставить, в принципе, это, я думаю, без разницы, да? Можно вообще площадь побольше тут сделать, такую, типа, знаете, начальную, как бы. Давайте попробуем, посмотрим, как это будет вообще выглядеть у нас. Так, и только нужно, знаете, что еще сделать? Нужно, наверное, пошире взять кисть. Паша, вот максимально, если возьмем, ну-ка, совсем широкая будет, дайте-ка глянем. Ух ты же, елки-палки. Нет, не такую длинную. Вот. Вот так если сделаем с вами, ну-ка. Ну-ка, подождите-ка. Так, раз. И получается, ты все равно здесь у тебя промежуток такой небольшой будет, да, как бы? Так, а если мы, подождите, будем дорогу делать вот так, раз. Стой, уберись, пожалуйста. Да уберись-то. А, если мы будем делать так. Ага, ну можно вот такой круг, типа, сделать. Слушайте, это прикольно. Это прикольно, хорошо. Так, ладно, дайте-ка я сейчас это уберу все. Это мы так чисто, знаете, испытали. Испытали на прочность. Что называется, всю эту тему, да? Так, хорошо, если я отсюда начну делать. Так, раз, давай, два и давай. Вот сюда можете присоединить? Не, нельзя, слушайте. Ну, нужно подальше что-то делать. Хорошо, сейчас сделаем такую площадь здесь небольшую, вот. А, поставим здесь бургеры, я думаю, да? Поставим здесь бургеры. Да, бургеры, к сожалению, сюда не ставятся. Ну и ладно, как бы, попробовали, и хорошо. А, уберем сейчас... уберем эту лишнюю дорогу сейчас. Так, тогда пока нам с вами не нужно. Тогда, действительно, бургеры у нас сейчас будут здесь. Так, ну что, у нас аттракцион-то пользуется популярностью. Вроде как пользуется, вроде вон люди идут на него даже. И здесь катаются, и там катаются, везде катаются. Это замечательно. Слушайте, ну прикольный аттракциончик, я бы на самом деле на таком прокачился бы. Я, честно говоря, я боюсь высоты, пипец как, но вот на аттракционах адреналинчик это получить, это вообще отличная тема. Кстати, а что они так наполовину загружены-то, алло? А, ну, видимо, народ еще просто не успел подойти, да, уже и время прошло 2 минуты. Поэтому только половина загружена, ну и ладно. Сейчас, смотрю, уже очередь потихонечку набирается, поэтому будет нормально. Так, хорошо, дайте мы все-таки поставим с вами покушать для наших ребят, которые, да, как раз-таки будут после аттракционов. Ну, умные ребята будут после аттракционов, да, не очень умные, мне кажется, до аттракционов, потому что, прикиньте, вот поели, да, потом идешь на аттракцион кататься, и что это все из тебя будет выходить? После катания на таких бешеных штуках, как у нас здесь с вами в парке. Так, ладненько, дайте-ка я сейчас вот так здесь аккуратненько расположу все это дело. Вот сюда, да, наверное, поровнее чуть поставить тебя, вот так, чик. Во, отлично. Это она сейчас прошептала Chief Beef. Вау. Это было немножечко криповенько, с одной стороны, но прикольно. Хорошо, дайте мне, значит, здесь облагородим сразу чуть-чуть, да? Нам нужно что? Нам нужно скамеечки, нам нужны мусорные баки, естественно. Так, а сейчас не хочешь ставиться ни в какую, да? Ну, ладно, поставим тебя рядышком здесь тогда. Вот тут хотя бы чик. Готово. Так, продавец там хоть есть? Продавец есть. О, и первый, кажется, клиент уже подходит за чифбифом, да? Так, нужны скамейки.
Скамейки, я не знаю, во-первых, я думаю, что здесь скамейки можно поставить, в принципе, да? Ну, типа, знаете, люди такие выходят, и, о, черт, у меня кружится голова, я хочу присесть срочно. Как-то так, мне кажется, это будет выглядеть, поэтому скамейки здесь явно не помешают у нас. Так, держите здесь скамеечки, давайте тоже добавим сразу с выхода, не знаю, мусорных баков, пускай стоят там, чему нет, да? И здесь еще тоже парочку поставим. Вот, смотрите, я же говорю, люди выходят и сидят. Ну, хотя эти, по-моему, даже не вышли, они пришли из парка откуда-то, но не суть важно. Короче говоря, они этим пользуются. Так, хорошо, но, видимо, пока что популярнее все равно у нас получается вот этот вот первый аттракцион наш, да, чем второй. Но, тем не менее, так, что у нас там по прибыли? Есть хоть какая-то прибыль? Monthly profit 500. Ну, слушайте, ну хорошо, хоть не совсем минусами уходим. Это радует. Это радует. А стоило поставить, да, второй аттракцион, вот, пожалуйста, тебе. Хорошо, здесь мы с вами, в принципе, что? Можем немножко места оставить, потому что вдруг тут будет прям огромная очередь скапливаться, и мы такие, типа, ну ладно, дорогу переделаем, так и быть, но пока что я бы здесь на самом деле тоже все кустиками забахал. Так, дайте-ка мне тут всю красотень мою. Деревья. Так, где наши деревья? Black... Так, вот это вот нам надо с вами, да? Во. Они очень высокие, мне кажется, но тем не менее, я здесь троечку вот так поставлю. Вот. Так, камушки, да? Камушки, смотрите, как раз-таки подходят под наш биом, да? Высоко, господи. Камни залезают на деревья. Это жесть какая-то. Это просто жесть. Так, дайте-ка мне другой какой-нибудь камушек еще. А это маленький совсем. Так, вот такой хочу сюда бахнуть. Так, ну-ка. Ну, немножечко тоже, знаете, горного биома, так скажем, добавим здесь. Еще чуть-чуть. Так, можно здесь выбрать что? Ну, давайте кустики возьмем какие-нибудь, да? Кустики вот такие, может быть, грини, нет, не то не хочу. Так, мофильтерс, а есть, так, пире, так, это не то, тоже не то. Вот, в смысле, нет кустов, серьезно? Эй, это нечестно. О, сосны, господи, здесь есть сосны, обосраться можно. Ну или что-то похожее на них, но это здорово. Так, я поставлю здесь, пожалуй, тебя. Давайте вот здесь тоже бахнем еще. У нас будут деревья, друзья. У нас будут деревья, у нас их будет много достаточно. Так. А, ну нет, там такого пока счастья не нужно здесь. Это дополнительные, видимо. Можем наклонить дерево, чтобы оно было под углом, но нам такого не нужно. Нам такого счастья с вами не надо. О, господи, нет, назад. Поставилось как-то кривенько, квощенько. Я такого не хотел, серьезно. Так, там почему-то вообще не ставится. Давайте здесь деревья добавим, посмотрим, что еще есть. Кустов нет, только камни получаются, да, у нас? Ужас какой, как мало в этом биоме всего оказывается. Но тогда ладно, тогда мы с вами уберем, будем просто какие-нибудь другие кусты использовать, как там использовали, рядом с березками, которые, да еще. Какие проблемы-то, в общем-то, да? Так, дайте-ка мне этих кустиков. Я здесь тоже их добавлю, хоть они как бы и не из этого биомчика, но типа пофигу. Вокруг камня будет самое то, я думаю, здесь тоже давайте. Во. Ну, не красота ли? По-моему, очень даже красиво. По-моему, очень даже здорово. Обожаю такие кустики, знаете. Они низкие, как бы, но пышные при этом. Так, давай-ка тебя сюда. Не, не надо на дерево, пожалуйста, приплясать. Ты же не мог, в конце концов, ты же куст. Так, ну-ка. Во, хорошо, хорошо. И здесь тоже можно добавить. В принципе, я думаю, да, вот так. Оп, оп. Прямо по дорожке, чтобы люди отсюда выходили. И сразу здесь везде. У них не лысина такая дурацкая была, а кустики росли. Мне кажется, в самый раз вообще будет, да? Так, а здесь что-нибудь... Что-нибудь поменьше. Какие мы с вами еще кусты использовали? Давайте глянь. А, ну мы кусты только такие, только дерево другое у нас еще росло здесь с вами, да? Так, ладненько, сейчас что-нибудь подберем. Подождите-ка, так. Вот такой. Ого, нет. Нет, это слишком высокие кусты. Господи. Огромные какие-то. Можно поменьше-то что-нибудь? Какие-нибудь цветочные вот такие, возможно, да, здесь поставим. Или вот такие. Так. Давайте вот этих желтеньких цветочков здесь добавим. Вот так вот. Прям вот так вот. Целую грядку, можно сказать, сделаем из них, да, клумбу. Во, красота какая. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Так, здесь ничего пока добавлять больше не будем, я думаю, в принципе, и так нормально, да? По-моему, очень уютный уголок у нас с вами получается. И здесь давайте тоже приукрасим немножко. Второй аттракцион все-таки такая. Вот эти кусты... А, ну это маленькие совсем, слушайте. Это совсем маленькие кустики. Здесь можно таких добавить, беленьких, смотрите, вот так вот, я думаю, да? Целый ряд из них сделаем. Вот, для красоты вот так. По-моему, тоже отлично смотрится. Так, и здесь такую небольшую клумбочку желтых давайте вот так. Оп. А, так они какие-то другого цвета, смотрите, стали белые тоже, ничего себе. Они еще и цвет меняют, походу. Или почему так смотрят? Ну да, здесь-то желтые были, а тут белые стали. Нормальная тема. Окей, хорошо. Мне нравится пока, как у нас парк получается. Знаете, мы с вами не торопимся, не лепим просто подряд там кучу аттракционов, а вот именно поставили аттракцион, дальше там, знаете, немножко облагородили все вот это вот. Ну, красиво же реально получается, как по мне. Надеюсь, вам тоже это нравится. Надеюсь, вам такое тоже нравится, друзья. Хорошо.
Смотрим, что у нас там по прибыли, они хоть не просили слишком сильно-то. Так, кэшфлоу пока что хреново, да, вроде как все идет у нас. 800, monthly profit. А, окей, окей. Пока вроде нормально и хорошо, значит. Пока вроде все более-менее. Ладненько, давайте посмотрим. У нас есть с вами 2600. В принципе, можно еще потратить на какой-нибудь аттракциончик дополнительный, я думаю, да? Райтс. У нас с вами есть еще... Так, если отсюда выбирать, то, в принципе, остались тошнилки эти круглые, да? Можно все-таки поставить что-нибудь такое, но на это у нас денег не хватает. Можно просто, знаете, какой-нибудь крафтовый, так скажем, аттракциончик сделать, который мы с вами сами построим, ну, какой-нибудь маленький. Но я думаю, что лучше такого вообще не стоит делать. Можем вот это вот поставить где-нибудь, кстати говоря, здесь. А, слушайте. Слушайте, он как раз-таки круглый, он подходит. Он подходит для кое-чего, скажем так, да? Блин, я хотел сейчас, знаете, как сделать? Давайте поставим его с этой стороны. И я хотел вокруг него сделать дорогу, но тогда очередь получается. Но очередь можно подальше просто отодвинуть сюда, допустим. Давайте бахнем здесь его. Вот, и получается очередь у нас будет так идти по кругу как-нибудь и выходить сюда. И вокруг этого еще потом будет основная дорога идти. Вот, что-то типа того хотел я сделать. Сейчас попробуем, давайте. Давайте сделаем. Так, где у нас будет в итоге вход, получается? Вход у нас получается рядом с выходом будет он, во-первых, потому что, ну, так будет удобнее. Так, выход у нас получается будет здесь. Да, нормально будет? Да, нормально, как раз таки здесь просто прямую сделаем выход. А вход у нас сейчас пойдет по кругу. Так, давайте по кругу сделаем его. Парам-пам-пам. Попробуем, по крайней мере. Так, на 15 градусов. А можно тебя без градусов? Нет, все равно больше не получается тебя вывернуть, да? Хорошо, сейчас будем вот так делать аккуратненько. Аккуратненько по кругу. Я надеюсь, у нас с вами получится. И как раз-таки здесь будет, получается, большая очередь у нас. Фух, домучил этот злосчастный круг. Наконец-таки у меня получился. Хорошо. Так, пока оставим здесь, давайте сейчас дорожку возьмем с вами просто для выхода, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты что такая широкая? Подожди. А, ну потому что здесь дорога-то основная. В смысле? Не-не-не-не-не-не. Не-не, обычную сделайте, пожалуйста. Во-во-во, вот это вот другое дело, это я понимаю. Это жесть какая-то была. Так, давайте привяжем, наверное, все-таки, да? Или не привяжем. Так, я передумал, хорошо, я тебя понял, дорожка. Так, уберись, пожалуйста, отсюда. Давайте мы длину немножко побольше сделаем, может, сразу привяжем. Во, во, хорошо, так как надо, отлично, все здесь привязали. И давайте вход дальше доделаем, сейчас тоже здесь в эту сторону нас пойдет. Так, только, пожалуйста, не сюда привязывайся, а привязывайся вот. Короче, не привязывайся туда, вот и все. Все, о чем я тебя прошу, да, просто не привязывайся. Просто не привязывайся, лол. Вот, хорошо, все, отлично у нас получилось. То есть очередь у нас будет идти так по кругу. Как раз таки они будут наблюдать, пока кто-то катается там за этим делом, да, за всем. И я хотел еще сделать основную, как бы, дорогу пешеходную. Ну, просто парковую дорогу, да, вокруг этого аттракциона. Потом вот так вот тоже чик и куда-нибудь. Хотя, возможно, даже вокруг не будем делать. Просто здесь, знаете, ответвление какое-нибудь пустим. Она пойдет у нас просто в другую часть аттракциона. Пока что оставим так. Сейчас давайте здесь тоже каких-нибудь ларечков, кустиков добавим, прочего. Так, но сначала, конечно же. Сначала, конечно же, мы с вами давайте. Так, во-первых, отредактируем здесь все, да, как нам с вами нужно. Статус 30 минут, да, все верно. Сразу максимальное ожидание 2 минуты получается у нас тоже. Загрузка полная, давайте поставим. Так, тра-та-та. Здесь по 6, ну давайте 8 сделаем. Чуть подешевле будет, чем те, они, конечно, аттракционы. Но я думаю, 8 нормально, в принципе, будет. Так, ну и вроде пока все. Да, нам нужно сделать здесь хорошо, чтобы все красиво было, как примерно здесь. О, интересно, кстати, давайте посмотрим, какие проценты теперь здесь. Я думаю, побольше стали явно, да? 64%, а здесь у нас 60%. Ну, можно еще вот здесь, потому что добавить, я думаю, всяких там кустиков побольше тоже, да, чтобы красотища у нас просто полная была с вами вообще, прям вот на отлично все-таки, да? Давайте здесь тоже доделаем. Не будем скупиться на кустики, будем их делать больше, да, чтобы люди пока ждали, они радовались, то, что здесь вокруг такая красота у нас с вами. И я думаю, это будет прямо здорово. Давайте тогда так здесь доделаем. Так, чик, чик, во. Между этими, кстати, тоже можно вот таких, может, цветочков маленьких сделать. Слушайте, а почему нет? Почему бы нет, да? Так, раз место вроде как позволяет, раз оно как бы есть, то почему бы людям не приукрасить здесь все, да, вот так вот? Ожидающим своего путешествия в мир аттракционов. В мир страха и адреналина, лол. Я бы сказал это так. Назвал, вернее, это так. Так, хорошо. Здесь тоже давайте... Оу, слишком пышный друг, наверное. Ой, это что за красота такая у нас? Это кустик такой? Блин, прикольный. Это какие-то розы, что ли?
Давайте бахнем здесь парочку. Так вот, раз, да. Я думаю, она как будто бы... А, не-не-не, это кустики, слушайте, это такие маленькие, тоненькие кустики, ничего себе. Интересно, что это такое за растение. Так, а это маленькие какие-то кусты. Давайте здесь таких поставим, что же, во, раз. Ну и здесь тоже бахнем, чтобы было красиво, да? Во, я думаю, так нормально будет. Ну и деревьев можно немножко еще тоже добавить. Так, деревья. Не, заснеженным оставить здесь не будем. Заснеженное оставить точно не нужно. Так, вот это, ох, какое. А давайте вот таких бахнем. Почему? А, здесь и нельзя ставить, здесь оно мешается, потому что слишком высокое оно мешается для наших аттракционов. Это не есть хорошо. Так, ну лучше стало еще, давайте теперь смотреть. Да, уберись, пожалуйста, сколько? 100%, а здесь 90%. Ну, отлично, отлично, по-моему, просто превосходно. Просто прелестно. Супер, так, здесь у нас что по аттракционам. Давайте все-таки включим его, наверное, да, я думаю. 5%, ничего, сейчас мы это исправим. Включаем аттракцион наш. Добро пожаловать, у нас есть для вас новый аттракцион. Так, наш, короче говоря, магазин, да? Что с нашим магазином? Все плохо с ним, короче. Минус 99 долларов, а это сколько приносит нам? Или тоже убытки? Минус 100 баксов. Да елки-палки, ну вы что, серьезно? Выглядит типа слишком занятым, да, но как бы да, очереди у нас туда нет явно в этот магазин, но тем не менее. Ладно, я надеюсь, сейчас здесь люди тоже потом будут ходить в эту часть парка и будут покупать здесь себе чиф-бифы. А еще, кстати, мы с вами здесь не поставили скамеечки с мусорками, чтобы они могли здесь сидеть. Вот, давайте-ка удобство доделаем тоже здесь немножко. А то мы с вами вроде как начали, да, но потом, как всегда, переключились на что-то другое. Так, давай еще так и еще пару скамеечек. А, так там еще и в магазине никого не было. Отлично, продавца имею в виду, конечно же. Ну, вовсе, теперь здесь скамеечки стоят, может быть, здесь они даже будут теперь сидеть. Так, а здесь что у нас за беда? Там есть кто? А, так у нас, слушайте, у нас продавцов не хватает. Они, видимо, все отдыхать ходят, да? Они все ходят отдыхать, у нас их не хватает. Так, ну-ка, подождите-ка, дайте-ка мне. А, став. Так, давайте, знаете что? Давайте наймем еще продавца, я думаю. Чтобы было побольше их, да? Вот, пожалуйста, плюс еще один. Так, и. Так, они там кто ходит, слушайте. Но они бывают, да, уходят отдыхать, поэтому так получается. Ну, давайте еще одну наймем, пофигу. Пускай сами, короче говоря. Ага, у нас аттракцион с вами сломался, слушайте. Вот это плохо, ждем тогда ремонтника. Черт, люди уходят, и это плохо. Товарищ ремонтник, будьте любезны, пройдите, пожалуйста, к аттракциону. Где это есть? Давай посмотрим. Идет такой, знаете, еле-еле. А может, его можно помочь тебе? Нет? К сожалению, нельзя тебе помочь. Побыстрее дойти. Ладно, хорошо. Блин, побыстрее можешь идти, пожалуйста, дружище. У нас тут беда, у нас тут аттракцион сломался, и люди расходятся, потому что им негде кататься. У нас, кстати, 400 людей в нашем парке, и это вообще прям замечательно. Черт, мы опять с вами в минус ушли. Ну как так? Кстати, я немножко добавил ценника нашим билетам, как бы по минимуму сделал 2 для взрослых, 1 деньгу для детей. Но типа, тем не менее, вот 390 уже... Как бы... Хоть какая-то прибыль тоже до совхода, но есть, да? Много слишком делать пока не хочу. Так, ну, друзья, да, не отчаивайтесь, у нас как бы есть еще один аттракцион, давайте, кстати, посмотрим. А, вот в чем прикол. Да, он как бы... Он просто вращается. Просто, короче, тошнилка такая, знаете, вращается кабинка сама и плюс еще и качество, ну... Забавно, конечно, забавно, в какой-то степени это может быть, поэтому нормально. Так, я надеюсь, починочка у нас там идет. Да, наконец-таки он пришел, чтобы как бы люди опять начали здесь кататься на нем. А мы пока с вами давайте, знаете, что сделаем? Мы, во-первых, возьмем, наверное, еще один кредит. Ну, а что нам еще остается делать? Мы сейчас с вами все в кредитах просто погрязнем уже. Так, 27% выплачено, 20%. А, уже и не можем даже взять кредит. Слушайте, но остается ждать только пока у нас... О, в плюс ушло, смотрите, немножечко. Отлично, ебой. Мы с вами выбрались из долговой ямы. Это хорошо, что мы из нее выбрались потихонечку, полигонечку. И тогда мы с вами сможем тоже здесь все немножечко украсить, да? Я вот к чему. Потому что тоже все деньги нужны, естественно. Ну, давайте, хорошо, поставим здесь им тоже на выходе. Я думаю, скамеечек пару штук, да? Будет достаточно. Так, раз... Раз, ну, естественно, тоже к скамейкам. К скамейкам поставим мусорки, ну, чтобы, знаете, не могли выкидывать. Не отходя от кассы. Так, как мы здесь с вами приукрасим? Давайте посмотрим, чем можно здесь приукрасить. Ну, для начала, конечно же, нужно очередь приукрасить, да, чтобы люди были довольны. И такие, типа, у нас здесь классная очередь, красивая. Так, сколько кусты стоят? $1.50, нормально. Нормальная тема.
Так, обычные кусты наши. Так, что бы такого здесь выбрать? Ну, давайте вот эти возьмем. Опять же, они очень хорошие. Хорошо заходят в тему парка. Ну, и вообще они красивые, как по мне. Так, давай. Ничего страшного, что они будут там влезать в очередь чуть-чуть. Это абсолютно точно ничего страшного. Так, давайте вот так вот. Не совсем прям впритык будем их ставить, но как-то так. Ну, и здесь один тоже добавим. А, вот, ладненько, с этой стороны хорошо. И давайте здесь... А здесь мы пустим обычные кусты по доллару, которые стоят вот такие. Ну, типа, здесь места много. Здесь можно и в притычок, знаете, их воткнуть вот так. Будет, я думаю, нормальная, в принципе, тема. Во, слушайте, ну, знаете, вот хотя кустики вроде обычные, а когда вот украсишь, прикольно смотрится на самом деле. Здесь у нас, в принципе, есть такое небольшое пространство, как бы, да, в принципе, наверное, задействовано у нас и не будет, поэтому сюда можно поставить еще какой-то ларёчек один, допустим, и также деревья поставить там с камнями, с теми же самыми, да. Во-первых, посмотрим, 31%, ну, видите, пока да, 31%, потому что, ну, нужно, видимо, еще деревьев там, ну, разнообразие, короче, добавить, всякого разного. Люди, кстати, потихонечку тоже приходят здесь кататься, это здорово, это значит, что аттракцион не зря, и здесь уже опять очередь полная, красота, слушайте, супер, 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 мне прям очень нравится то, что у нас с вами получается. Хорошо, давайте посмотрим, какие у нас там магазины еще есть, возможно, сейчас сделаем что-то свое даже. Так, у нас есть туалеты, нам нужна информация, блин, нам нужна информация, есть что-нибудь по... Нету даже, представляете, ужас какой, ужас какой, а подарки, подарков нету. Так, попить что у нас, milkshakes, vending machine, о, кстати, у нас есть просто типа обычный автомат что ли какой-то, в котором можно подходить и покупать все, ну-ка, ну-ка дайте-ка бахнем. Так, угловая привязочка, давай сразу по 45 градусов, короче. Чик-чик. Да, слушайте, автомат есть, это же прикольно. Автомат тоже нужно поставить, обычный самый. Так, куда бы тебя бахнуть? Автомат, автомат. Так, ну можно на самом деле здесь где-нибудь сделать тебя. Ну-ка, подожди-ка. Вот так, если сделаем сюда, нормально будет. Ну, он тоже немножко места занимает. Хотя с другой стороны, как бы, ну и что место. У нас же тут все равно, получается, одни деревья будут, да? Давайте, давайте бахнем автомат. Так, автомат, я ему очень рад, да? Блин, а можно здесь это поставить было бы на самом деле? Так, здесь у нас есть попить, здесь попить есть. Или поставить тебя здесь? Давайте здесь. Давайте здесь. Сделаем. Так, короче, мы ставим тебя вот так. Даже никак тебя, ну, украшать, естественно, не будем. Там ничего, какие-нибудь панели ставить, зачем это нужно. Просто сейчас сделаем здесь так. Ну вот мне только не нравится, что он все равно как бы отдельно, знаете, такую дорожку прям к нему делает. Ну типа, ну камон, ну это же просто автомат, зачем? Можно автомат поставить, я думаю, куда угодно. Вот из-за этого не очень хочется туда его ставить. Вот серьезно. Не очень хочется его туда ставить из-за этого. Здесь как-то все руинит немножко, получается, блин. Либо ставить все-таки сюда его. Давайте, может быть, на выходе из очереди, либо здесь. Так, короче, пробуем сюда сейчас поставить. Давайте вот здесь бахнем его. И рядом поставим какой-нибудь еще магазинчик один просто-напросто, да и все. Как бы, так, оп, чик. Господи, так, автомат у нас есть, хорошо. Открыт. Сколько он там стоит, чего? Пам-пам-пам. Use the same price. Давайте везде у нас будет один прайс. Ну, чтобы, знаете, типа не руинить, опять же, типа, тут поставил так, там поставил сяк. Так, здесь у нас еще по прайсам то же самое же получается. Да, господи, выделись ты. Да выделись ты. Какая жопа. О, все, отлично. Да, а здесь, по-моему, подороже, кстати. Strawberry Cosmic, Vanilla Cosmic. А здесь что-то другое продается или что? Да, тут немножко другие напитки. Ну и хорошо, ну и замечательно. Плюс автомат, вот люди сразу же пошли к нему покупать. Красота. А мы можем поставить около тебя, кстати, какую-нибудь... Давайте-ка прикинем. Какую-нибудь мусорку. Прямо вот возле тебя можно поставить? Ну, зараза-то какая. Ну, место же до хера, ну серьезно, ну что ж такое-то? Не хочет, что она туда прибабахивается. Так, подожди, если мы уберем... Да, о, господи. Я понял тебя, короче. Я тебя понял. Ну и ладно, здесь мусорка так, в принципе, у нас хватает. Дофига и больше. Еще здесь бахнем одну мусорку около входа, чтобы люди могли выбрасывать все, когда идут к аттракциону, да? Ну и здесь тоже давайте еще поставим. Так, о, пожалуйста. Все. Хорошо, готово. Слушайте, ну здорово получается на самом деле. Ну и давайте здесь приукрасим тоже эту часть, я думаю, немножечко, да. Давайте еще поставим какой-нибудь автомат или что-нибудь типа того, что вообще есть. Так, еда есть, да. У нас, кстати говоря, нету с вами первой помощи. Вот это можно было бы сделать. Так, первая помощь. ATMs, у нас их нет пока, к сожалению. Блин, ни информации, ни ATM, нет, офигеть, как так-то? Как так-то? Так, вход в парк, зачем нам еще один пока не надо точно. Может быть, first aid поставить, первую помощь, типа. А как ее, интересно, вот приукрасить можно будет? Как-то можно будет, я думаю. Так, подожди-ка. Чик.
Чик. Ну, господи, криво-косо поставилось. Так, еще раз давай. Раз, 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 раз. Вот так. И можно будет, ну, самим как-нибудь, да, самим как-нибудь сделать. Кстати, денежки у нас идут. Денежки в парке у нас идут, и очень даже неплохо. Это прям радует. Опять этот милшейк поганит, да, зараза? Опять милшейк все поганит нам это. Так, ну ладно. Можем поставить это здесь, но я думаю, чуть подальше, если мы с вами будем как-то... Воу-воу-воу! Второй этаж? Не, на второй не нужно, спасибо большое. Нам пока и одного хватит. А, ладно, так. У нас здесь есть, у нас здесь есть. А, так. Угу. Короче говоря, у нас здесь есть целая вкладка строительства, да, где мы с вами можем присобачить, я так понимаю, что угодно, куда... Ну да. Что угодно, практически куда угодно. А повернуть тебя можно, родной мой человек? А, вот, поворачивается вот так, я понял. Но и видите, по блокам, короче, она будет строиться в любом случае. То есть нужно какие-то, видимо, искать здесь. Искать здесь специальные блоки, да? Так, строительство. Так, нихера не вижу, вот. О-о-о. Есть что-то готовое, кстати говоря, уже. Есть, может быть, подойдет что-нибудь. Есть подходящее? Нет, ну нет, я не вижу ничего обычного такого. Все, какие-то, знаете, типа там... Вот дом есть обычный. Это стоит капец денег, сколько, офигеть. Можно обычный домик вот такой вот. За $300, кстати. Так, а если мы, подождите, поставим такой домик. Допустим, да? Поставим здесь такой домик. И в него бахнем. Я же так понимаю, что можно в него будет поставить, правильно? Но люди уже пользуются, кстати говоря. Люди уже пользуются. Не, знаете что, мы что-нибудь свое наделаем все-таки в итоге, я думаю, здесь будет нормально. Я потом посижу, посмотрю, какие там панели, поизучаю их немножко и что-нибудь сделаем. Как-нибудь отгородим, короче говоря. А, пока с вами давайте здесь опять же поставим деревьев, я думаю. Деревья и все прочее в таком духе. Так, Alpine Fit 3. Ну, конечно же. Куда нам без этих Alpine наших деревьев любимых, да? Без наших замечательных елочек. Так, давайте здесь по фильтрам бахнем. Пам-пам-пам-пам. Сразу, чтобы нам там и сосны были. Во-во-во, красота. Так, давай здесь. И камушки, 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 камушки. Идите ко мне. Так, какие-то маленькие камни есть, а есть камни побольше. Ну, такие всякие разные тоже присутствуют. Не знаю, пока вплотную сюда ставить. Лол, можно на стену, серьезно? Это жесть какая-то. Вот здесь камни понафигачу. Так. Так можно, кстати, друг на друга можно сказать. Во, это прям можно целые, знаете, породы сооружать. Типа там... Поставил как угодно, да, и хорошо получилось. О, какой-то большой, дружище. Между деревьев поместишься? Отлично, помещается. Так, можно здесь пока убрать фильтр, я думаю. Давайте здесь бахнем еще камень, во. Возьмем другой теперь. Так, повернем себя. Типа между камней выросло дерево, почему бы нет, да? Почему бы и нет? Вот, ну я так думаю, хватит, будет достаточно. Так, фильтр убираем. И теперь кустики. Кустики, 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 конечно же, еще раз кустики. Мы с вами без кустиков вообще не можем. Не знаю, пока поставлю здесь просто кусты вот. Опять же, камням так цветочки добавлю. А там уже, когда разберемся с этим зданием, как там можно будет его украсить, тогда уже и там тоже будем потихонечку все это добавлять. Так, давай куда-нибудь здесь тебя еще бахнем тоже. Вот так вот кустики можно добавить, да? Красота, по-моему, замечательно. Ну а по кругу там уже с вами пойдем, когда тоже, знаете, когда там что-нибудь будет построено, тоже достроим. Здесь нам главное сейчас пятачок было с вами тут украсить немножко. Так, а есть что-нибудь еще совсем маленькое? А, о, какие-то, смотрите, ну это какие-то пустынные кусты у нас. Ну такие есть, можно просто обычную зелень добавить, да? Почему бы нет? Так, давайте здесь тоже вот так бахнем тогда. На выходе, я думаю, немножко кустиков этих. Вот так вот здесь что-нибудь вот такое можно добавить. Во, во, так, по-моему, хорошо, а? Красота, красота, по-моему, просто замечательно. Такой прям, знаете, лесной парк получается, лесопарк практически. Ух, сколько народу здесь, слушайте, у нас капец. У нас в парке 560 человек. И сломался у нас аттракцион, к сожалению, наш новый. Ничего себе, новый аттракцион взял и сломался. Но, тем не менее, я думаю, сейчас нам его починят быстренько, в принципе. Так, по деньгам у нас, в принципе, тоже все с вами в порядке. Мы даже можем выплатить один и взять какой-нибудь покрупнее там, допустим. Почему бы и нет, да? Так, pay off loan. Да, готово, хорошо. Выплатили кредит. У нас осталось 200 денег, и мы можем взять новый на 10 тысяч, допустим, сразу, да? Ну, это если мы с вами будем какой-нибудь большой аттракцион, допустим, строить. Что ж, друзья, давайте пока на этом серию мы с вами завершим. Тем большое спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчики. Увидимся мы с вами в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.